Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили подозреваемых в незаконной организации проведения азартных игр с использованием соответствующего программного обеспечения и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые оборудовали нежилое помещение, расположенное по улице Курская, компьютерным оборудованием, с помощью которого было организовано проведение азартных игр. Игровой салон работал в закрытом режиме. Вход осуществлялся по предварительному звонку. В ходе проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. С места происшествия изъято игровое оборудование, системные блоки, мониторы в количестве 24 единиц, денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игровых салонов.